Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Сегодня, ребята, выставляю на продажу телефончик Nokia 5210. Он полностью русифицирован, имеет малый пробег, я имею в виду лайфтаймер. Я его получал в посылочке. У него недолго лежали эти телефоны. И он говорит, не знаю, по-моему, не рабочий. Короче говоря, в этих телефонах окисливаются контакты. Я их прочистил спиртом, и все, сложности никакой не было, телефон заработал. Поэтому, если какие-то старые телефоны, пробуйте протирать спиртом, ничего страшного не будет, только потом просушите. Ну что, приветственная надпись Nokia, руки, оранжевая классическая подсветка. Я выставил время, выставил число, ну и давайте поэкспериментируем. Клавиши все нажимаются мягенько, громкость кнопки на месте. Так, далее, погнали по менюшке. Что у нас есть? Выбор сообщений. Так, написать новое, принятые, чат, исходящие сообщения, графические сообщения. Смотрите, вот такие вот картинки можно отсылать в графических сообщениях в письме. Очень интересное. Я не помню, почему нельзя так прокручивать. Ну, значит, нельзя. Очень прикольно смотрятся. Вот такие в свое время были картинки. Извините, выпал с кадра. Это вот стандартные, которые были в телефоне. Я так понимаю, парень их не стирал. Это у нас ответить, когда мы, например, заняты. Можно вбить свое, так как есть русский язык. Сложности, я думаю, никакой не будет. Также есть улыбочки, как сейчас желтые смайлики. Раньше были вот такие вот улыбки. Далее. Звонки. Непринятые входящие, принятые, набранные номера. Далее. Стереть все последние звонки, длительность звонка. Если у вас предоплаченная связь, я вот звонил, проверял, 25 секунд раз. Показать стоимость разговоров. Очень все удобно. Далее режимы обычный, без звука, совещание и на улице. Выбираем на улице, это самые громкие. Сейчас телефон выпадет и придется заново заходить. Вот в этих телефонах такая петрушка. На улице. Конфигурации. Вариант сигнала обычный. Можно посмотреть, какие есть. Обычный, возрастающий, одинарный, короткий или полностью отключить. Далее мелодия. Вибрация включена, работает. Не ждите супер-пупер мелодии. Это в 2003 году были такие мелодии. Нет, есть такие прикольные, можно повыбирать, посидеть. Сейчас мы еще посмотрим, максимально это громкость или нет, потому что я не проверял. Я его только натер, намыл и сразу в бой. Так, вот сейчас посмотрим. Да, громкость звонка максимальная пятерка, она варьирует от 1 до 5. Далее, синтезатор мелодии можно, это как редактор мелодии по-русски говоря. Сигнал вибрации включен, можно отключить. Цветовой сигнал отключен. Мы его включим, будет мерцать дисплей, когда в темноте очень красиво. Сигнал сообщений особый, можно выбрать любой. Громкость клавиш, их можно или вообще отключить, или поставить громкость от 1 до 3. Далее, предупредительные сигналы включены, все звонки. Отлично. Далее, настройки. Будильник у нас есть отключен. Установка времени сделана. Установка режима звонков. Настройки телефона. И смотрим язык. Русский, автоматический, английский, немецкий. Не знаю, какие-то арабские символы. Все, украинского нету. Но русский есть, слава богу. Это и то, что, как говорится, можно принимать нормально сообщения. Записывать телефонную книгу.
Можно сделать приветствие, кстати, когда вы включаете телефон. Все это делается в этой папке. Варианты блока кнопок. Настройки мелодий. Далее. Варианты установки защиты. И вернуться к стандартным установкам. Это, то есть, по-русски говоря, сброс на заводские настройки. Нажимаете «Выбрать». И вот и защитный код 1, 2, 3, 4, 5. И делаете верхнюю кнопку «Ок». Но я не буду делать, я не хочу. Далее. Игры. Давайте посмотрим. Если 2003, логически рассуждаю, значит, змея уже должна быть с картинкой. О! А до 2000-го просто бегал шланг. Сейчас бегает такая вот более культуренная змея. Ой, ёлю-палю, лети. Раньше на таких скоростях играл, ну. Хе-хе. Прикольненько. Далее есть Space Impact. Это космическая игра. Летит корабль и стреляет. Я объясняю тем, кто не знает. Если у нас, потому что у меня смотрят и гуру всех телефонов, поэтому... Если вам не интересно, можете... Ой, не туда нажал. Просто выйти. Далее. Значит, у нас есть Snake 2, Space Impact. Есть игра Bumper. Никогда не понимал ее. Bantumi есть игра, но она есть. И есть игра Pyres. Не знаю, что она себя представляет. Короче, понатыкали, но они есть. Далее есть у нас калькулятор. Вот, например, 25 опции. Сложить. 35 опции равно. Ну, вот так работает принцип калькулятора. Далее, календарь. Очень удобно. На каждый день можно выставить какие-то свои заметки дня, пометить. Видите, в 2003 году тоже уже думали, что можно какие-то записать заметочки. Дальше, у нас есть инфракрасный порт. Находится он на левой грани. Все удобно. Это вот штучки такие вот для того, чтобы разобрать телефон. И есть крепление для ношения телефона. Можно кверх ногами, можно вверх ногами. Короче говоря, как вам заблагорассудится. Экстра. Красиво тоже анимированное, смотрите. Так, ну давайте еще раз. Чпоньк. Значит, у нас есть таймер обратного отсчета. Есть секундомер. Далее есть термометр у нас, кстати. Видите, как... Сижу, снимаю около батареи, показывают, какую температуру. Жара у меня, конечно, то я замерзал, теперь у нас батареи топят так, что можно тронуться мозгами. Так, и графический редактор. Берете изображение и делайте, что хотите. Далее, услуги выхода в интернет. Так, и инфоторазваги. Это киевстаровский сайт, прямо на него выходите, и все рабочее. Поэтому сложностей никаких нету. Давайте теперь попробуем позвонить. Слушаем, динамик должен быть очень громкий. Здравствуйте. Как мы видим, громкой связи нету, но динамик рубашит отлично. Далее. Смотрим его имей-код. Смотрите, какой интересный номер. 100 и в конце 14. Я вам покажу. И теперь бьем лайфтаймер. 9270-26-89, решетка. В январе 2003 года, под Новый год, но в Новый год его сделали. Кому-то, наверное, под елочку подарили. Пожалуйста. Так, и смотрите, ребята, лайфтаймер 47 часов 26 минут, это реально. Его нельзя прошить. Это телефоны, которые специально шьются боксами. Я это не умею и даже не лезу. И даже не пытаюсь. Так, разбирается в каком порядке? Смотрите, кто будет разбирать. Нажимаете вот на вот эти штуки и тянете голову вверх. Смотрите, аккуратно тут палец и делаете вот так. Теперь видите вот такая вот рифленка с этой стороны. Это под пальцы, такая рифленка, это пружины. Она пружинит. Просто объясняю курсы. Все, аккуратно вытянули. Смотрите состояние. Я его натер. Парень практически им не пользовался. Поэтому телефон ко мне попал в таком хорошем сохране. Вот тут есть под ноготь, но у меня ногтей нет постриг. Смотрите, аккуратно достаете. И смотрим. Чистый немец. Made in Germany. И вот вам имейка 114. У кого плохое зрение, как у меня, показываю поближе. И сделаю свет.
И вот через вот эти вот пины телефон прошивается. Я это не умею. Хотя я видел много видео, как ребята делали, заливали прошивку 33, на Nokia 3310, там уже под такую современную, и очень классно смотрится. Но, может, когда-то научусь, пока сильно не стремлюсь к этому. Все, ребята, всем спасибо, кто меня смотрел, кто захотел купить данный телефончик, милости прошу. Украина, OLX доставка, если вам неудобно, полная оплата отправка. Россия и другие города, полная оплата плюс оплата дороги. Ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал, заходим в описание, там очень много ссылок, подписываемся на второй канал, помогаем донат перед Новым годом, чтобы было больше видосов. Вы хотите большие посылки, для того, чтобы их заказывать, нужны мани. Поэтому, если есть возможность, помогите каналу. Всем пока-пока.